Хей-йоу! Всем привет, друзья! С вами снова я, Спайк, со мной сегодня Гуля и Леон, и сегодня у нас будет ограбление на Диком Западе, и сегодня мы попробуем залететь, так сказать, в городок на Диком Западе, который охраняет вот этот вот шериф, так сказать, фокус, профессиональный шериф высшего разряда, и попробуем ограбить его город. Всем привет! Всем привет! Всем привет, друзья! И это новое ограбление, как вы и просили, мы сделали новое ограбление, то есть не только ограбление там богача или типа того, а у нас ограбление в стиле вестерн, так сказать, с перестрелочками, короче, должно быть просто мега-супер топово, надеюсь, вам понравится, ставьте лайки, давайте наберем 15 тысяч лайков, мы сделаем новое топовое ограбление, уже придумали одну классную идейку, поэтому давайте набираем 15 тысяч и будет новое топовое ограбление. Так, ну что? Еще можно добавить. Я думаю, что ничего, в принципе, правильно? Можно уже начинать. Я уже хочу начать. Так, а нам куда идти? Нам вот сюда вот идти или туда, где пистолет? Я так понимаю, что нам вот сюда, да? Типа мы грабители. Да, точно. Так, ну давайте. Идем сюда и оп. Вот. Вот он, Дикий Запад, так сказать. Что, у кого какая лошадь? Так, давайте это чурбе. Я белую возьму. Так, ну давайте я тогда черную беру. Так, хоп, все. Ну, у меня, мне нравится моя лошадь. Они, кстати, по идее, по скорости различаются, да? По-моему, а вроде лошадки. Да, зависит от цвета. Да. Так, город у нас там. Ну, поехали. Эй, куда пропало? Тихо, не уезжай. Погнали тогда. Нужно, я думаю, нам аккуратнее, потому что у нас даже нет оружия пока что. Так, поезд. У нас вообще идет. Ничего нет. Вообще ничего нет. Вот, кстати, банк, походу, смотрите. Видите, с долларом? Да. Нам нужно, походу, туда. Но я бы в целом городок, так сказать, осмотрел. Я вообще слышал то, что это самый большой банк в этом городе. Самый крупный. Ну, по-любому, потому что мы туда идем. Так, вон тут какой-то чувачок есть. Ну-ка. Чувачок ничего не говорит. Ну да, городок такой, типа, небольшой. О, смотрите, таверна. Или салун. Салун, по-моему, называется. Давайте в него заглянем. Так. Ух ты, дверь хихихи. Да. Не, ну прикольно. Давайте у бармена что-нибудь может... Ой, да, с ним поговорить можно, смотрите. Так. Добрый день, чего желаете? Расспросить про шерифов, расспросить про оружие, расспросить по банку. А что, шерифов два, что ли? Так, шериф постоянно находится возле банка, иногда возвращается к себе домой. Недавно было два шерифа, да вот один умер, похоронили. А, ну один будет, понятно. Так, расспросить про оружие, по-любому нам оно нужно. Так, у нас город тихий, несмотря на то, что Дикий Запад, оружие почти никто не носит, даже магазина нет. Ага. Чем без оружия будем? Так. Даже магазина нет. Банк находится по прямой на главной улице. Ну, мы видели, да. Короче, ничего толкового он нам особо не рассказал. Можно осмотреть, я думаю, что его салон. Тут ничего нет, типа, не знаю. Это бар скорее. Ну да. Так, ну поехали куда-то. Давайте до банка, может, съездим. Чисто так посмотрим. Осмотрим ситуацию. Ну, какая ситуация там вообще в банке. Поехали. Много ли там охраны? Вот еще, кстати, какой-то магазинчик есть. Ну, не знаю, давайте в банк сначала. Поехали, да, посмотрим. Банк сразу. Так, вот он. Ну такой, да, банк достаточно крупный для Дикого Запада. Нет охраны даже. Нам нужно в него, я думаю, зайти. Мы как бы без оружия и как бы вообще нормальные ребята. Вряд ли нам тут что-то сделают. Давайте смотреть. Ну-ка. Так, вход только для персонала. То есть пройти мы, по идее, не можем. Ага. О, вот он, кстати, здорово. Привет. Так, но он нас сейчас не может завалить, потому что ну, мы ничего не сделали, как бы, да. Кстати, вон, смотрите, там есть вход по Face ID. То есть нам нужно. А как да. мы это сделаем? Не знаю. Но я там уже вижу золотую да, дверь. Да. Я там вижу тоже уже внутри золотую дверь, но нам нужно как-то по Face ID. Так, ну ладно, выходим. Так, ну ладно, давайте план думать. Давайте лошадей отгоним отсюда, чтобы он не подумал, что мы тут что-то делаем. Может, подождем, пока он пойдет к себе домой, потому что там же вроде как этот нам говорил, что он иногда домой ходит. Предлагаешь за ним проследить? Ну, типа того, да, типа того. Ну, давайте тут попробуем. Тут домов вроде не так много, можно реально попробовать за ним проследить. Можно вон было в магазинчик, не знаю, сходить, можно тут опросить кого-нибудь. Но я не знаю, может, мне... Может, ты сейчас смотришь, там сзади... А, Гуль, отойди. Давайте вот сюда куда-то спрячемся. Подождем, пока он домой пойдет. Он, кстати, написал. Давай. О, вышел. Блин, главное, чтобы он нас... Ну, план, да? Давайте, типа, мы тут стоим такие... Все нормально. За лошадки мы следим. Да. Привяжи вон лошадь куда-нибудь. Ну, я не знаю, либо можно, пока он дошел, что-то в банке сделать. Как а думаете? Что мы там сделаем? Ну, вот мне тоже кажется, что мы там, типа, сделаем. Мне кажется, мы там вообще ничего не сделаем. Так, он побежал в ту сторону.
Ну-ка. Тихо-тихо, вот, вот он туда пошел. Я увидел. Какой-то дом, видимо, из вот этих его. Наверное. Так. А может тут наверх можно залезть, смотрите? Или не? Блин, не, на крышу, походу, тут не получится. Короче, мы с ним идем, скорее всего, ну, по одной улице. Он, наверное, прямо идет. Да-да-да-да-да. Ну, вот это там таверна, получается, находится. Какой-то вот из этих. Там вон церковь, по-моему. Так. Интересно. Какой-то из... Что-то мы его пропустили. А вот, я вижу там цветы в доме. Наверное, вот, вот этот оранжевый его. Да? А вон он вышел, вот, он вышел. Погодите, давайте подождем, пока он идет. Ушел? Не знаю, я не могу. Да, убежал. Уля. Вроде. Он, мне кажется, может думает, что мы там еще? Наверное. Да, давайте ушел, быстренько. А, броня. Можно взять, возьмите какую-нибудь, кто хочет. Я бы нагрудник взял. Так, что тут у него есть? О, пистолет есть, пистолеты. Берите по пистолету. Так, и что? Куда делась записка с кодом от черного входа в банк? Неужели осталась у покойного шерифа? Получается, мы уже ограбили не банк, а его дом. Да, мне кажется, это еще хуже. Давайте тогда выходим. Блин, а если это ловушка была? Не, вроде нет. Так. Там написано, что есть какой-то черный вход в банк. Какой-то чё... А, ну вообще логично, должен быть черный вход. И записка с кодом у покойного шерифа. А где нам его искать? А может броню-то снимем, а то это сразу палит как бы. Ну, кстати, да-да-да-да, давайте пока снимем, потому что палевно, что мы дома у него были. Где нам искать этого шерифа второго? Ну, покойного. Если он сдох, то на кладбище надо его искать. Ну да, на кладбище нужно искать. Ну да, только кладбище. Ну я не видел нигде кладбище, по идее. Ну как бы... Ну, наверное, вот где-то там, это типа церковь или что это? Где? У церкви думаешь? Ну пойдем посмотрим. Наверное, ну, вот, да. Где мы тут прискакали, тут вроде не было. А вот, реально, походу. Вон тут чувачки какие-то стоят. Опа, они нападают? С лопатами. Что-то они злые какие-то. Да-да-да-да-да. А что они злые-то? Не знаю, это какие-то, знаешь, мародеры или бандиты, походу. Ну, так. Вообще, можно бандиты. У них лопата выпала. Да-да-да-да-да. Ну, давайте... Они тоже хотели... Кстати, они, наверное, тоже хотели выкупить. Может, что-то. Может, кстати. Вот, шериф города. Видимо, вот. Во, здорово! И у него... Ой. Кстати, у него связывалки есть. Так, я сейчас все возьму. Все, то мы вовремя пришли, на самом деле. Видимо, эти ребята тоже что-то планировали. У него есть связывалки. Возьмите тогда лук. Кто? Кто? Давайте мне. Ну, давай. Ну, берите, короче, тогда по луку. Мне, в принципе, не нужно. Код 3259. Давайте пойдемте тогда найдем этот черный ход. Но нам, так. Типа, смысла от этого. Ну, пойдемте найдем черный ход. Единственное, я не знаю, как мы его заманим, потому что как-то его поймать будет, мне кажется, сложно, учитывая, что у нас получается 6 стрел всего. Нам нужно придумать приманку. Да, нужно приманку придумать. И не факт, что они сразу свяжут. Потому что у них там у шанс. Вообще поводки есть. Не, поводку. Надо сначала же связать, чтобы его тащить-то, по идее. Вот. Да, и как-то поймать его надо вообще. Может, у него оружие. Погнали искать. А, во, я нашел черный ход. 3, 2, 5, 9. Ну, по идее, мы тут можем зайти, но нам нужно его как-то. Блин. А давай проверим, работает код. Давай. Так, какой там? 3, 2, 5, 9. 3, 2, 5, 9. Да, работает. Но, блин, я бы сначала его поймал, честно говоря. Потому что мы как его там поймаем потом? Давайте. Да. А может, знаете, что мы не использовали? Можно в магазин зайти, мне кажется. А в магазине что ты хочешь? Ну, можно, типа, его ограбить или, я не знаю, типа того, пострелять там. Магазин? А, его вызовут. Ну, наверное, кстати, я думаю, это хорошая идея. Он, мне кажется, услышит, если он в банке, вот, можно тут забежать. Вон тут, типа, просто пострелять или, типа, того. Или чё? Да-да-да, надо по стеклу пострелять. Я думаю, что здесь какая-то тревога сработала. Ну, не знаю, но этим вообще все равно, продавщицам, как бы. Ну давайте что, ждать. Давайте, может, как-то тут, видите, стекла, еще тут засаду сложно сделать. Как-то. Он бежит. Ну, короче, ловите его сейчас. Давай, Гуля, заряжаем. Заряжайте, да, прямо у входа. Прямо у входа. Че, сейчас мы вот прячемся. Давайте я еще постреляю. Вон он идет. Так. Так, я тут за горшком, короче, цветочным спрятался, но давайте. Он не забегает пока. Блин, не промахнулась. Тихо. Я сейчас по нему стреляю. Блин, так-то он нормально сносит. Ну куда? Ну, все, связал. Оп! Нет, не связал, да. не связала. Ты попала, но не связала. Я же говорил там с каким-то шансом. Я связала. Не связала ты, не связала. А? Вон он стреляет. Там шанс, по-моему, 80%. Связал? Не знаю, я. О, да. Все, связал, все, хорош.
шансы там 80%, по-моему, связать. Все, я тогда его несу, короче, погнали. За кодом можно броню уже надеть, в принципе. Там, скорее всего, на нас сагрится охрана сейчас, мне так кажется. Скорее всего, да. Поэтому я заряжаю свой пистолет. Так, 3, 2, 5, 9. Все, давай. Блин, еще дождь начался. 2, 5, 9. Вообще эпик, по-моему, начинается. Да, все прям вовремя. Так, 3, 2, 5, 9. Все, тащим его сюда. Блин, давай, сложно давай. Его стащить. Так, ну что, давайте искать. Так, тут туалет, тут можно будет его потом оставить, мне кажется, нам. Так, и запереть как-нибудь. Шкафчики. О, меч. Еще меч. Броня. Тут еще какая-то броня. Может ее использовать? Ну возьмите, да. Так. Кто-то стрелял? Мне тоже послышал, кто Гуля, ты что ли стрельнул? Нет. Во, кот. Блин, а кто стрелял? Так, давай, открывай. Давай. Он отворачивается. Может, мы толкнем? Все, открыли. А тут нет ничего. Что за бред? Что-то банк-то вообще пустой. А в чем прикол? Так, давай нас выпускай теперь обратно. Как его? Я ребятам сказал то, что это самый крутой банк. А что нам делать? Подожди, а что нам делать? О, открылось. Кайф. Так, вытаскиваем. А на деле, а что на деле? А его можно там оставить. А на деле он пустой. Перенесите все сбережения на сегодняшний поезд срочно. А где поезд? Какой поезд? А, они, видимо, переезжают или... Они, видимо, может, знали, что мы, типа, сюда пойдем. Наверное, да. Так, все, давайте его тогда вот сюда несем. И тут оставляем, короче, все, до свидания. Откуда у меня ножички, кстати, взялись? Неизвестно, да? Его, может, выпили? Так, не знаю. Ой, я его отвязал, он... Летел в текстурке. Ладно, все, так вот. Так, закрыли его диваном. Так, короче, его оставляем, и все, и погнали куда? Тогда на поезд или куда? Да, нам нужно искать поезд. Нам нужно искать поезд. А давайте, знаете что, обыщем вот эту комнату. Где вот эти чувачки. Ну, где вот эти, типа, охранники. Я не знаю, что за комната. Тихо, стреляйте. Стреляйте. Нам нужно вот эту комнату, я думаю, обыскать. Может, это вообще обманка с поездом? Потому что я поезда лично никакого не видел. Ну и тут ну, вроде да, мне... я в городе тоже никаких ну, поездов не видел, но я нашел тут нету. Лестницу. Тут вроде некуда залезть, или чё? А, не, вот сюда поставь, Все, устанавливаю. Давай. Так. Поднимаемся. И здесь ничего нет. Это типа чердак какой-то получается? Ну сейчас я мечом тут сломаю. Может тут какой-то проход есть или типа того? Блин, а где поезд? Я вообще не видел никакого поезда. Капец. Может, мы что-то пропустили? Мечи? А, вот, смотрите. А мечем... На складе были. На складе, да, были. Смотрите, тут дробовики есть. И зажигалка есть. И динамит есть, кстати. О, дробовик вообще мое любимое оружие. Давайте. Так, поезд, блин. Ну, погнали искать поезд, я не знаю, что делать. Если он уже еще не уехал. Если он, да, еще не уехал. Короче, наша сейчас цель это найти этот тупой поезд, потому что я его не видел. Я не знаю, где он. Да, давайте искать поезд. А я, походу... Я нашел, походу, вон он. Смотрите. Вот он. Да, и там охраны много. Поезд скоро отходит. Вон он, смотрите. Походу. Да, это точно он. Да, это он. Так, ну давайте. Че, залезаем на него, получается. Вау. А нам в какую сторону надо идти? Блин, я хочу дробовик, кстати, затестить. Крутой. Да, дробовик, кстати, реально топовый. Так, а зачем динамит? Динамит зачем? Типа, побережем его или че? Пока что. Ну, я думаю, да. Ну, я тоже, на самом деле, думаю, да. Пока не помню. Я думал, типа, нам, чтобы остановить поезд, нам пригодится. Ну ладно. Можно... Поезд пока не уехал еще. Так, валю. Да, пройдите пока вперед, я перезаряжусь. Вон там еще один. Давай, прохожу. Я надеюсь, кстати, мы в ту сторону идем. Но мне кажется, что да. Так. Мы идем, я так понимаю, вперед или назад. Мы идем, походу, вперед. В кабину. А вот сундуки, ну-ка, оно. Да, это оно, да, оно. Все берем. И, ну, короче, набирайте полный инвентарь, и сейчас будем его взрывать. Все набираем вообще все, что можно. Так, набрали? Да, я забрала этот снос. Ну, все, тогда убегайте лучше отсюда. Все, выбегаем. Все, я поджигаю, а я вот сюда пошел, сразу в бок. Оп. Все, убежали. Ой. Все. Ну что, все получается, мы ограбление совершили. Ну, было не сказать, что прямо очень сложно ограбить, в принципе, но подумать надо было. Вот момент, где мы с магазином сделали достаточно такой нормальный. Где? Он развязался, мы тут с ним перестреливаемся. Так сбегать уж надо было, я уже сбежал.
Вы за лошадями, что ли, побежали? Ну, да. Короче, прикольно, в принципе, прикольно ограбили, нормально получилось. Так, иду помогать, Гуля, помогаем. 3-1, ничего. А, Гуля прям меня стреляет. Гуля, ты сзади, конечно, вообще круто стреляешь, у тебя прям получается. А че у него хп не тратится? Так я думаю, тратится, просто регенится быстро. Ну что, в принципе, 3-1, так сказать, нечестно, конечно, поединок такой, ну а что? Моя лошадка пала. Это Дикий Запад. Ну что, вот такая серия, ребят, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видос. Вот такое ограбление, всем спасибо за просмотр, всем пока. Всем пока.